точнее третьей песни, ребята, вспомнить наших ушедших, тех, кого уже с нами нет, к сожалению. У вас тоже, наверное, есть люди, которые с вашего курса уже ушли навсегда. Вот. В прошлом году я ездил туда, меня попросил мой товарищ отцу сделать день рождения своему. Отцу исполнилось 80 лет. Отец был военный строитель, но вы сами знаете, что зависит не от названия, а от содержания. Он всю жизнь строил объекты атомной отрасли. Интеллигентнейший человек, живет в Сосновом Бору. Ну и вот день рождения, 80 лет ему, друзьям тоже 80 там плюс-минус. Да. И вот посередине дня рождения человек падает и умирает. Танцует с красивой девушкой. Вот, падает, и мы ему пытались сделать искусственное дыхание, но ничего не получилось, как нам сказали врачи, которые приехали через 40 минут, сказали, это химия, ребята, вот у него что-то там кончилось, и все. Вот, потом его увезли, остались мы, значит, у нас осталось 5 человек, накрытые столы, 2 ряда там тарелки, 5-литровая бутылка виски, выпили мы его память, и все дружно решили, что это очень красивая смерть у него. Потому что вы сами знаете, что в нашем прекрасном городе Москве, где примерно 20 миллионов народу каждый день приезжает, плюс-минус, если ты упадешь возле остановки трамвая, потому что у тебя диабет или сердце не выдержало, то через тебя, скорее всего, все будут ходить. Вот. И только, может быть, дворник-таджик, которому ты будешь мешать мести улицу, что-то сделает в отношении тебя, к сожалению. Так жизнь наша устроена. Не только в Москве, но и во всем остальном мире. Поэтому я сейчас хочу вместе с вами, если у вас есть что налить, помянуть наших с вами ушедших. Вот. Тем более, что завтра, 27 января, вы помните, будет 40 лет, 70 лет с момента снятия блокады в городе Ленинграде. Вот. Это вообще отдельная песня, это отдельный разговор. Это очень тяжелый момент такой в жизни нас всех. Вот. А третий факультет, вы помните, у них была замечательная такая. У меня был замечательный курс параллельно с нашим, у них был командиром курса, начальником курса полковник Петр Иванович Лупанин. Они очень хорошо пели, если помните. Они пели на несколько голосов строевые песни свои. Вот. И один из них запевал, его звали Игорь Фролов. Он служил здесь в Москве. Вот. И как-то быстро ушел из жизни. У него с сердцем случилась беда. И вот песня, которую я сейчас спою, была написана у него на кухне в далеком 1987 году. Выпил, рот ладонью вытер, улыбнулся не спеша. Расскажи-ка мне про Питер, где живет моя душа? Разбегутся пусть как белки, улицы узкие лучи. Пусть Васильевская стрелка темный город звучит. Где астральные биржи, где трамваи голоса? Пусть шуршит листвою рыжей на осенний летний сад, где монах смиренный Аки лавры прячется уют, где Казань и Исаки псалмы в терцию поют. В сером небе узким златом над шинелью длинных стен Петропавловки солдата штык взлетает в высоте, и шумят под ветром пьяным парус, кролик и трюма, рассыпаясь в брызгах прямо в пенном горе от ума. Выпил, рот ладонью вытер, по блуждающей листве. Расскажи-ка мне про Питер, я-то ведь живу в Москве, я-то ведь живу в Москве. Расскажи-ка мне про Питер. Вот Игорь Фролов, его звали.